закрываются. Шикарное царство, размахом поражающее, за копейки приглашает всех желающих, куда-то спешащих и просто гуляющих, бодрых с утра и вечерами засыпающих, опаздывающих и уже опоздавших, местных шарящих и приезжих от своих отставших. И вряд ли я что-то приукрашу, если просто скажу, это все наше. Ну и как сами видите, прикиньте, ловите вам подарок от души, дорогие жители, и тусуйтесь там, суетитесь, любуйтесь, но будьте бдительны и не старите. А от края платформы отойдите, повышенная опасность, вся фигня, вы помните, мое любимое московское метро. Вот оно, точно, тема про него. Быстро, удобно, надежно, всегда тепло. Для нас бесплатно, для вас совсем недорого. И я тебе не завидую, если ты никогда не видел этой подземной красоты. Кстати, сейчас я хотел бы обратиться. Послушайте, уважаемые гости столицы, типа жаждущие культурно продвинуться, плиз, просто спуститесь вниз, сюрприз. Вам это не снится, постарайтесь что-то впитать и чем-то тут проникнуться. И прежде чем бежать на выставки и в музеи, прогуляйтесь по нашему подземелью. Нет, я прошу прощения, гости, но эта тема посвящена, к сожалению, тем, кто с рождения в этой плоскости главным лицам этого андеграунд представления. То есть нам, то есть муравьям, да и то не всем, а только тем, кто рано утром, днем или по ночам ориентируется тут легко, без помощи всяких схем. Тем, у кого есть любимые маршруты, кто сейчас мчится в поезде на свои замуты, кто знает грамотные пересадки, знает, где надо зайти, чтобы выйти у первой арки, кто избегает кольцевого сумасшествия, добирается на район с пакетом без происшествий, кто попадая в океан открытый, прячет глаза убитые, лениво зевает с легким, но колким порывом ветра, преодолев сырые подземные километры по светлым станциям и холодным туннелям. Лови метрополитен мыл с легким, но колким порывом ветра, преодолев сырые подземные километры по светлым станциям и холодным туннелям. Лови метрополитен мыл с легким, но колким порывом ветра, преодолев сырые подземные километры по светлым станциям и холодным туннелям. Лови метрополитен мэйл с легким, но колким порывом ветра, преодолев сырые подземные километры по светлым станциям и холодным туннелям. Лови метрополитен мэйл.